Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хук после посещения Широкина был шокирован последствиями боевых действий, которые велись в поселке до последнего времени. Там, по нашим оценкам, приблизительно 80% домов разрушено. Большинство из них не подлежит восстановлению. Александр Хук заявил, что на данный момент одна из главных задач – это разминирование Широкина. Кроме того, на территории поселка много неразорвавшихся боеприпасов. Замглавы миссии ОБСЕ также выразил надежду, что украинская сторона предпримет встречные шаги по демилитаризации этого населенного пункта, который покинули бойцы армии самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Совместный центр по контролю и координации должен сейчас определить, как закрепить тот шаг, который предприняла ДНР. И мы надеемся, что стороны придут к соглашению и договорятся по ситуации в Широкине на предстоящей встрече контактной группы, которая состоится в Минске на следующей неделе.